сильнее, доисторический акула мегалодон или же доисторический гигантский удав титанобоа? Давайте все рассудим. Титанобоа – это большой доисторический удав, который мог съесть гигантского крокодила или черепаху. То есть он бы мог без проблем съесть нас? Конечно! Ведь эти монстры достигали очень много метров в длину. То есть они были как целый вагон. Да, они бы точно нас съели, но в основном ее рацион состоял из рыбы. Это не означает, что она не может сразиться с кем-нибудь по-настоящему огромным. Переходим к второму бойцу. Второй боец у нас мегалодон. Мегалодон – это большая белая акула, только еще больше, но она немного смахивает на песчаную акулу. Мало того, они ели дельфинов, гигантских морских черепах, различную рыбу и даже китов. К тому же у нее был такой вот секретный раунд. Она могла таранить свою жертву, если ее загнали в угол. И кто же побеждает? Побеждает мегалодон. Он бы легко прокусил змею напополам, так как имеет очень острые челюсти длиной 20 сантиметров длиной. У титанобоа тоже есть челюсти, только они не могут пробить кожу мегалодона и предназначены для того, чтобы закладывать свою пищу.